Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть хоррор-шоу. Если друзьям нравятся видосики по хоррор-шоу, то не забываем нажимать лайк, подписываться на мой канал, кто еще не подписан, и пишите свой клевый комментарий. Но я, друзья, сегодня буду играть за маньяка, потому что прошлый раз я играл за выживших. Значит, сегодня очередь видео игры за маньяка. Посмотрим, будет ли здесь онлайн. Да, онлайн 34, в игре 32 человека. Я надеюсь, что мне попадутся настоящие игроки, противоположные. Как всегда, мне не сильно интересно играть. Друзья, я вижу, как вы пишете в комментарии о том, чтобы я чаще снимал хоррор-шоу, но давайте договоримся. Чем больше вы будете ставить лайки, тем чаще будет выходить хоррор-шоу. Договорились? Прекрасно. Ну, теперь, как всегда, просто ждем. Не знаю, сколько мы будем ждать. Минуту, две, три. Кловердейл. Итого, ребят, у нас три бота и только один чувак, который будет играть, который из онлайна попался, Антон Ротко, или как-то так его зовут. И давайте идти. О, я уже и забыл, Гарик такой быстрый, слушайте. Опаньки, кто это у нас здесь? Ломаем. Я помню, раньше абсолютно все двери переламывал для того, чтобы потом мне было проще играть. А, чувак, ты чё? Ай-яй-яй-яй-яй, как же это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, деточки мои, шо ж мне с вами делать, а? Ой, да ты прям домой пришла, прям вообще, ну ты умничка, слушай. Так, сиди здесь и никуда не уходи. Я скоро приду. Так, ну это здесь раненый, да, кто-то был. По-моему, я не туда зашел. Так, а тебя никто спасать не хотел? Оу, ты сама спаслась. Слушай, ты мне тут пол измазала, сейчас будешь мыть. Получи по горбу. Пошла вытирать. Так, там кто-то есть. Иди сюда. Так, ну и куда ты побежал? О, вижу. Отправляйся домой. Да задрали вы ее освобождать. Ой, ты застряла. Давай я тебе помогу. Так, эту дверь я, наверное, выбью. Так, я не пойму, это тот, кто в клетке кричал? Я понял. Так, ты возвращайся. А я пойду тогда к лифту. Так, еще никто... Ой-ой-ой, пришел! Привет, дружище, привет! Ой, какая обманочка! Ой, не ожидал, да? Я ведь не бот. Я-то знал, что ты сюда припрешься. Лопатуля ты мой. Так, он сюда вышел. Так, вернись к друзьям. И не смей больше уходить. Ай-яй-яй-яй, я понял. Я знаю, что он делает. Так, а куда он ушел? А, он сбежал. Так, ну чувак выбрался, где-то ползет. Здесь он вроде ничего не вызвал. Блин, я думаю, он сейчас сюда захочет приползти. А, тут уже все закрыто. Простынь была внизу. Интересно, он осмелится сюда все-таки пойти или нет? Блин, ну если он подобрал простынь, то он захочет, наверное, может ее завязать. А, я вижу. Да
Блин, ну я буду его сейчас очень долго и нудно, наверное, искать. Привет. Думал улететь, а у тебя это не получится. Хиллтоп. Локация, которую я хуже всего знаю, но хорошо, что она мне попалась. Она мне попалась из-за выживших, когда я играл в прошлом видео. Теперь буду играть здесь за маньяка. Так, окей. А это чё? Интересная хрень какая-то. Ой, а что-то кидает. Рельса найдена. Там кто-то был? Вообще не понимаю, куда я бегу. А карту лень включать. Так, шлейф. Опаньки. Кого-то я уже, да, обнаружил. На, родной. Обалдеть. Иди сюда. Я буду мстить. Так, ты сюда побежал? Ладно, я там кого-то еще слышу. Пусть этот раненый тогда побегает. Оу, здорово. Там твой друг меня только что ослепил, че оглушил. Поэтому буду я сегодня тебя месить. В отместку чисто. Блин, если бы я меньше еще... О! Слушай, из тебя течет. Так, тут еще один течет. Ага, туда. Так, двое попались. Прекрасно. Так, внизу. Мне показалось, кто-то был, по-моему. Так, тут вроде как никого, да? А, кто-то выбрался. Ну, он, по-моему, идет прям ко мне. Или нет? Ха, как не вовремя, да? Ну, я думаю, ты все равно уже сгинешь, поэтому даже заморачиваться не стоит. О! Обойдем. Ну, заодно и кровь. Ой, не-не-не, чувак, зря ты тут что-то решил подобрать. Эти два удара нанес вообще-то. Лежать. Давай быстрее, там еще один. Есть, тупо на разгоне. Так, и у нас остался один. Одна незаметная принцесса. Так, он здесь. Он где-то здесь. Мое ухо его чует. Я вижу твою тень, собака. Хэштег. Изи. Ладно, ребят, давайте на этом видео буду заканчивать. Обязательно пишите мне комментарии, хотите ли вы продолжение хоррор-шоу. И запоминаем, чем больше просмотров, лайков и ваших комментариев, тем чаще будет выходить хоррор-шоу на моем канале. Но, блин, на канале Эксперовид. Всем спасибо и пока-пока.